Белая змея. По мотивам сказки братьев Гримм. Тим Оливер Шульц. Райнер Шёне. Фрида Лависа Хаман. Юта Фастиан Доминик Раннебургер. Эрвин Ледер. Хайнц Трикснер. Художник-постановщик Руди Цеттель. Художник по костюмам Кристоф Биркнер. Смотри, это «Р». «Р» как в слове «радость» или «роскошь». Отдай нож. В деревне нужен человек, который умеет читать и писать. Нам нужны люди, умеющие чинить крыши, работать топором. За что Господь послал мне такого непутевого сына? В других семьях все парни работящие. Оператор Херман Дунсендорфер. Эндрес, тебе еще надо? Пока хватит. Монтаж Клэр Даулинг. Композитор Штефан Мария Шнайдер. Авторы сценария Макс Хонарт и Йорк Менке Пайцмейер. Посланник короля! Продюсеры Томас Тойбер и Михаэль Сенсинг. Режиссер Штефан Бюлинг. Его Величество король Конрад приказывает своим подданным начать сбор урожая. Что? Уже? Надвигается шторм. Королю лучше знать. Требуется еще время, чтобы урожай созрел. Надо подождать. Король никогда не ошибается. Мы должны быть благодарны. Замолчи. Но я... Тихо. Это мнение темного крестьянина. Хотите голодать? Пожалуйста. Идем, пока еще не поздно. Если бы мы платили меньше податей, королевские прогнозы были бы нам ни к чему. И голодать бы не пришлось. Не могу больше сейчас, просто лопну. А теперь закрой глаза. Закрыть глаза? Хорошо. Конрад, что это? Открывай. Рубин. Какой красивый. Покажи мне. Камень жизни и любви. Все самое лучшее для моей королевы. Благодарю, Конрад. А что мне, папа? Узнаешь запах? Запах Востока. Финики и сладости. Моя слабость, они восхитительны. Нет, это для меня. Всего один. Эти голоса. Какие голоса, папа? Ничто не помешает королевскому празднованию. А как насчет шторма? Во время праздника погода будет замечательной, обещаю, дитя мое. Твой отец знает наверняка, правда? Да.
Поторопитесь, пора. Ты очаруешь гостей своей красотой, дорогая Беатрис. Спасибо, Конрад, за этот прекрасный подарок. От такого колечка я бы не отказалась. Леонора, в твоем возрасте мне хватило одного взгляда, чтобы найти себе мужа. Ей рано об этом думать. Полагаешь? Просто наслаждайся жизнью. Но... Довольно. Вам пора. Идем. Как долго ты служишь моей семье, Генрих? Более 60 лет, Ваше Величество. И сил у тебя больше не осталось? Нет. Понимаю. Нам удалось собрать лишь половину урожая. Если бы не посланник, мы бы весь урожай потеряли. Да, теперь все в порядке. Ешьте, пока что-то еще осталось. Дыру в крыше я заделал. Должно быть, это новое. Да. Я все делаю не так, верно? Делай то, что делает твой отец. Что делали твой дед и прадед. И к чему это нас привело? Мы голодаем. Если все так и будет продолжаться, я не хочу так жить. Эндрес. Думаешь, читая книги, ты уйдешь дальше? Да, все богатые люди умеют читать и писать. И что еще? Они носят одежду без дыр и спят в мягких постелях. Они разбогатели, потому что много знают. Я крестьянин и честным трудом заработал то немногое, что у меня есть. А кто ты? Матис, перестань! Кто ты? Матис, умоляю! Я не твоя собственность! Нет, не надо! Вот как? Тогда убирайся. С катертью дорога! И пойду. Нет, нет! Пойдем. Погоди. Мой
Мальчик мой, прощай. Туже? Еще туже? Не будь такой неженкой. Грудь надо приподнять. Ты еще не готова? Матушка, мы опаздываем. Как я выгляжу? Хорошо? Хорошо. Великолепно. Поаккуратней, дура. Где мой шлейф? Во что ты одета? Я велела принести платье фиалкового цвета. Я его не нашла. Загляни в сундук. Тебе не хотелось узнать, что там внутри? Где именно? В золотой чаше. Не утруждай свою прелестную головку подобными мыслями. У твоего отца есть небольшой секрет. Ну и что? Пусть. Мой рубин. Он должен быть где-то здесь. Кольца нет. Ваше Величество, я... Вот твое кольцо. В комнате необходимо прибрать. Ну? У тебя тоже нет дома. Что с твоим крылом? Спокойно. Вот. Смотри, что у меня есть. Сперва наешься досыта. Береги себя. Орден в честь вашего юбилея, ваше величество. Думаю, ты его заслужил. Прекрасная идея. Народ любит вас. Выверни его карманы. Ваше Величество, его карманы. Мои финики? Негодяй, вор! Это вы выбрали для меня нового слугу. Чудовищная ошибка. Простите, Ваше Величество. Выпороть его. Нет! Нет! Это король! Да здравствует король! Слава королю! Да здравствует король! Браво! Ты опоздал. Простите. Если бы все поэты мира были заключены в темнице на тысячу лет,
чтобы воспевать вашу красоту, они не смогли бы отыскать нужных слов. В темнице сложно сочинять стихи, Арнольд. Вы очень мудры. Мудра? Среди нас только один мудрец, и он сидит на троне. Он всего лишь рыцарь. И начальник твоей стражи. К тому же он очень красив. Не будем торопить события. Ее будущий супруг однажды станет королем. Согласна. А теперь вы? Да. Моя мантия. Господин! Господин! Стой. Господин, что тебе нужно? Я... Кто это такой? Какой-то бродяга, возможно, даже вор. Нет, господин, я нашел ваш ключ на земле. Вот, возьмите. Отведи его в тронный зал. Идем. Я ничего не сделал! Зачем ты взял ключ? Я хотел... Хотел... Ты хотел его вернуть? Да, господин. Ваше Величество. Да, Ваше Величество. Почему ты не захотел оставить его себе? Эта цепь золотая? Но он же ваш. Немо энем протест персонам Дио Ферре. Ты умеешь читать? Я учусь. Это латынь. Знаешь, что это значит? Никто не может вечно носить маску. Семейный девиз. Он напоминает всем нам, кто мы есть на самом деле. А какую маску носишь ты? Никакую. Я Эндрос, сын Матиса. Сын крестьянина. Да. Не зазорно желать в жизни большего. Надо просто знать, как это получить.
А ты знаешь, Эндрос? Мы оставим тебя на время. Вымойся. Основательно. Личный слуга короля. Ты должен быть готов в любое время прийти к королю. Ты отвечаешь за его гардероб и подаешь еду. Через эту дверь могут входить только личный слуга и сам король. Когда дело касается самого важного задания. И что теперь? Или к кресту стремиться, как солнце блещет и искрится. Обвитый лентой золотой сверкает камень голубой. От глаз укрытый навсегда, а в центре яркая звезда. Ключ не нужен? Но у короля ведь есть ключ, который... Запомни стихи наизусть. Каждый день после обеда по знаку короля ты будешь приносить ему эту чашу. Следи, чтобы она не выскользнула из твоих рук. Поставь ее перед королем и немедленно удаляйся. Подожди, пока король покинет залу, принеси чашу назад и запри. А потом иди. И все? Никогда не заглядывай внутрь. Никогда. Помни об этом. Зачем мне в нее заглядывать? Я же служу королю. Каждый из нас любопытен. В свою очередь, я очень рад, что избавился от этого бремени. А что произойдет, если посмотреть внутрь? Жизнь бесценна, мой мальчик. Бесценна. Прощай.
А ты еще кто? Что говорит конюх? Он уже все перепробовал. Феникс. Вставай, Феникс. Принцесса, от коликов средств нет. Этот конь умрет. Не умрет. Это всего лишь животное, Элеонора. Я сделаю все быстро и безболезненно. А завтра подарю вам новую, великолепную лошадь. Позвольте взглянуть. Что тебе нужно? Убирайся. Погоди. Ты разбираешься в лошадях? Ну да. Его зовут Феникс. Какой красавец. Тихо. У нашего козла тоже иногда живот болел. У козла? Довольно, пошел прочь. Отпусти его. Попробуйте корень солодки. Корень солодки? Ваше Величество!
Арнольд! Арнольд! Заходи. Ваше Королевское Величество. В королевстве завелся предатель. Кто на этот раз? Граф Эмрих. Граф? Он и вся его родня. Я сам с трудом в это поверил. Он скрывает Серебряную гору от меня и не платит податей. Боюсь, что его семейство планирует не только обогатиться, но и претендует на нечто большее. Каков ваш план? Приведи его ко мне. Вместе с сыном. Они заплатят за свое предательство. Никто не может обмануть короля. Никто. Ваше поручение для меня — честь, Ваше Величество. Кто там? Манерам ты так и не научился. Вы... Ожидал увидеть кого-то другого? Ваше Высочество. Я пришла поблагодарить тебя. Ему намного лучше. Он уже встает и ест. Феникс, корень солодки помог? Я очень рад. Спасибо. Ты умеешь писать? Леонора. Удивительно. Слуга, который носит золотую чашу. А ты уже заглядывал внутрь? Почему вы спрашиваете? Это запрещено. Жаль. Ты всего лишь очередной слуга. А я думала, ты особенный. Граф Эмрих. Что все это значит? Что это за глупости насчет Серебряной горы? Отпустите меня! Отпустите! Боюсь, он этого не сделает. Он действует по моему приказу. В тронный зал его! Держись, отец! Вот
Схватить его! Что ты стоишь? В погоню! Вы, как всегда, правы. Серебряная гора. Мы и понятия не имели, что на нашей земле есть такая гора. Клянусь. Разумеется, нет. Так вы уготовили мне смерть, как и многим другим. Следовало догадаться. Убирайтесь отсюда! Здесь никого нет! Помоги мне! Помоги мне! Помоги! Я служу королю. Твой король чудовище. Мы невиновны. Помоги мне! Быстро же тебя схватили. Копить сокровища и не платить подати — это обман, не так ли? Обмануть короля — значит совершить измену. Никто из нас не знал! Держите меня за дурака? Целая серебряная гора! На это серебро можно нанять армию и свергнуть короля! Тогда почему мы так и не начали добывать это серебро? К серебряной горе не ведет ни одна тропинка. Это вы мне расскажете. Хотя наверняка я снова услышу наглую ложь. Правда в том, что о серебре знали только вы, но откуда? Я пощажу вас. Не буду забирать у вас жизни. Возьму только ваши земли. В темницу их. Молодец, Эндрес. Орел? Да, орел. Красивая птица. Вы позволите? Это нарисовал брат моего отца, дядя Фридрих, во время путешествий по дальним странам. Брат вашего отца? Да, младший брат. Он нарисовал столько разных животных. Даже крысу. Да, и крысу. Он рисовал разных зверей и про каждого писал историю. Белая змея. Осторожно, она умеет говорить. У моего дяди была богатая фантазия. А что с ним случилось? Я была тогда еще маленькой. Однажды он исчез. И никто не знает, куда. Добыча серебра начнется через несколько дней. Очень хорошо. Мой король,
Я преданно служу вам с юности. Как и подобает рыцарю. Ваша дочь уже не ребенок. Я прошу у вас руки Леоноры. Я заботился о процветании этого королевства не для того, чтобы отдать ее какому-то рыцарю. Убирайся с глаз моих долой, чтобы я мог забыть твою дерзость. Владения вашего отца велики. Он король. Что вы знаете о своем отце? Он предугадывает любое мое желание. Почему ты спрашиваешь? Он способен на большее. О чем ты? Тебе что-то известно о моем отце? Расскажи. Ваш отец очень хорошо ладит с животными. Это ни для кого не секрет. Это у нас семейное. Ваше Высочество, вы проводите время со слугой? Ему удается меня развлечь. Он уже рассказал вам, что стал настоящим маленьким рыцарем. Вы позволите? О чем он говорил? Ваше Высочество, зачем вам знать, что находится в чаше? Я ненавижу секреты. Лили к кресту стремится.
На этот раз тебе повезло, крысы кое-что оставили. Ты выглядишь уставшим, плохо спал? Зачем ты подходил к чаше? Мне приснился сон, будто ее хотели украсть, и я решил проверить. Вели седлать лошадь. Я поеду на охоту. Каждый раз одно и то же. Никогда не знаю, что надеть на охоту. Может, лисий мех? Точно. Эндрес, принеси лисью накидку из моего сундука. Будет исполнено. Из рыжей лисы. Надеюсь, он поймет, что я просила. Не беспокойся, он в этом разбирается. Ты выглядишь просто очаровательно. Принцесса, мне надо с вами поговорить наедине. А где кольцо? Оно тебе надоело? Нет. Я пошлю за ним. Никто не должен прикасаться к нему. Еще раз спрашиваю, где кольцо? У меня его нет. Лжешь. Ты последний входил в мои покои. Где мое кольцо? Мне тоже приснился сон. Кто-то шпионил за мной, а теперь выяснилось, что этот кто-то обыкновенный вор. Никто не может вечно носить маску. Помнишь, Эндрес? Вздернуть его. Ваше Величество! Я найду твое кольцо, обещаю. Отец, а что, если он говорит правду? Вдруг он не брал кольцо? Не твоего ума дело. Дай ему возможность доказать свою правоту.
Ведь ты же мудрый и добрый король. Если к тому времени, как мы вернемся с охоты, он не найдет кольцо, отправится на виселицу. Мне плохо. Не задерживайся! Лилия к кресту стремится, как солнце блещет и искрится, обвитые лентой золотой, сверкает камень голубой, от глаз укрытый навсегда, а в центре яркая звезда. Белая змея. Что там с ним случилось? Эндрос! Правда? И что он хотел? Какая наглость! Отдай мое зерно! Отдай! А этому что здесь нужно? Понятия не имею. И я тоже хочу поесть. Корма тут достаточно. Пусть петух убирается отсюда. Кто сказал, что я должен уйти? Попробуй догони. Еды мало. Вечно ты недовольна.
Я ничего такого не сказал. Тогда доедай траву и оставь меня в покое. Долго он будет смотреть в окно? Что? Что он задумал? По-моему, все хорошо. О, нет. Отойди от меня. Погляди туда. Наверх. Не может быть. Что там? Безумец. Вот он. Помогите. Он чуть не раздавил мое яйцо. Изобразие. Вы... Все сломал. Я могу разговаривать с животными. И что с того? Мне нужна ваша помощь. Я ищу кольцо. С большим, сверкающим красным камнем. Не видела. Я тоже. Кто-нибудь может меня выпустить? Овцы! Руки прочь. Послушайте. Что? Вы не видели кольцо? Примерно такого размера? Нет, не видели. Уходи. Ладно. А кто это был? Не знаю. Стой! Стой! Ты сама виновата. Как больно. Все из-за твоей жадности. Но оно так красиво сверкало. Мне плохо. Я тебя предупреждала, ты, как всегда, не послушалась. Эй, каждый раз одно и то же. Неправда. Правда, как всегда, очередной сюрприз. О чем вы говорите? Ты нас понимаешь? Я думал, только король говорит на нашем языке. Что она проглотила? Камень. Красный камешек? Он свалился с неба. С неба. Почему ты улыбаешься? Там, внизу. Так, спокойно, 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 спокойно. Давай, у тебя получится. Давай, давай. Давай. Ах ты! Кольцо, ваше величество, ваш слуга его нашел. Где он его прятал? Нигде, ваше величество. Кольцо проглотила утка после того, как оно выпало из окна. Хорошо, что удалось его вернуть. Как ты узнал про утку? Просто повезло. Повезло. Чистое везение. Какое счастье. Или нет? Ваш дядя говорил правду. Белая змея существует. Что? Откуда? Король ест змею по кусочку и начинает понимать язык животных. Ты заглянул в чашу? Да, король разговаривает с животными, поэтому он так много знает. Белая змея? Да. Я ее съел. Что? Поэтому я смог найти кольцо. Отец не должен узнать об этом. Он все равно узнает. Эндрес! Возьми Феникса. Он очень быстрый и умный. Принцесса, вот еще что. Ключ вашего отца открывает одну секретную дверь. А что за этой дверью? Я не знаю. Как мне вас отблагодарить? Береги себя. Пошел.
Закрыть ворота! Быстрее, быстрее! Ваше Величество! Приведи этого подлеца ко мне и верни змею, которую он забрал! Змею? Приведи его, и я отдам за тебя свою дочь. К вашим услугам. Быстрее! 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 Что случилось? Они нас догоняют. Ты что, не понимаешь меня? Замолчи. Отличная идея. Ты спас меня, а я спасу тебя. Спасен! Феникс, они были так близко. Знаешь, у меня всегда была одна любимая буква, но теперь появилась новая. Л. Как в словах ликование, ласка, любовь. Любовь. Леонора. Ты больше никогда ее не увидишь. Спасибо за прекрасный момент счастья, который мы испытали. Мы были на волосок от смерти. Мы? Ты? Ну да. Что ты хочешь от меня услышать? Я был дураком, когда согласился служить королю. Да, дураком. Я повиновался королю, который бессовестно использует и людей, и животных. А я ему доверял. Я не понимаю, как я мог быть таким дураком. А ведь я хотел стать умным. Хотел. Помогите! Помогите! Мы здесь, внизу, в воде! В воде! Это вы кричите? Да! Если у вас есть сердце, освободите нас. Он нам поможет, поможет! Большое спасибо! Он самый лучший! Лучше всех! Удачи тебе! У тебя все получится! Видишь, они в меня верят. Да, а как насчет твоей семьи? А что с ней? Куда рыцарь Арнольд поедет тебя искать? Внимание, все в укрытие! Лошадь! Берегитесь! Лошадь, дайте пройти! Что? Тут муравьи. Ты же не должен всем помогать. Но попробовать стоит. Вперед. Постой. Оставайся здесь. Подожди. Отпустите меня! Он прятался. А Эндрес? Его здесь нет. И змеи тоже.
Темница королевского замка не очень приятное место. Ты же верный подданный своего короля. Так скажи мне, где скрывается предатель? Мы ничего не знаем. А если бы и знали, то не сказали бы. В темницу их! А змея? Это моя забота. Мы должны их спасти. Да, и каким же образом? Я совершил ошибку. Король освободит их только в том случае, если я принесу ему белую змею. Но такой змеи больше не существует. Еще не все потеряно. Я тебя знаю. Да. Следуй за мной. Леонора. Дядя Фридрих, ты жив? Леонора. Что с тобой произошло? Твой отец держит меня здесь уже целую вечность. С того дня, когда он забрал белую змею. Белую змею? Он ест ее каждый день. Я обнаружил эту змею во время последнего путешествия. Волшебная змея, способная говорить на всех языках. Он хотел забрать ее силу. И поэтому убил ее. А ведь я обещал защищать эту змею. И у тебя ничего не вышло. Отец? Теперь я не могу доверять даже единственной дочери. О каком доверии ты говоришь? Ты обещал меня Арнольду, чтобы вернуть змею. Но ты ее не получишь. Эндрес съел змею. Всю полностью.
дядя Фридрих. Волшебство искушает. Кто это такой Эндрюс? Один хороший человек. Ему пришлось бежать. И он съел целую змею? Ты должна его предупредить. Я слишком слаб. Скачи быстрее. Предупредить? Эндрюс должен знать, что твой отец не оставит его в покое, пока он не принесет ему змею. Существует еще одна белая змея. Я не умею плавать. Я тоже. Мы не умеем плавать. Давай, скажи ему. Ведь он наш спаситель. Рыба, это вы. В 2 милях отсюда вверх по течению есть брод. Очень удобно. Большое спасибо. Да не за что. Вверх по течению. Полетели. Вот мы и на месте. Туманный лес. Так высоко верхом не подняться. Умнее тебя я никого не встречал. Я за тобой вернусь. Удачи. Ты справишься. Я здесь подожду. Этот лес полон тайн. Здесь ты найдешь то, что тебе нужно. Эй, а ты куда? Я не такая храбрая, как ты. Очень смешно. Эндрюс, сюда!
мы покажем тебе путь. Муравьи? За нами, скорей! Феникс! Феникс, а Эндрес где? Эндрес! Эндрес! Вот мы и пришли. Теперь спускайся вниз. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Змея. Конец – это начало. Эндрес, не надо! Леонора? В подземелье был дядя Фридрих. Он прислал меня к тебе. Нельзя отдавать белую змею моему отцу. Она последняя в своем роде. Твой дядя... Твой отец пленил мою семью. У меня нет другого выбора. Очень умно. Если бы ты не был таким любопытным... Отец! Иди сюда. Нет. Есть еще одна змея. Принеси ее мне. Принеси! Давай! Иди! Что такое, Эндрес? Предпочитаешь умереть прямо здесь? Конец — это начало. Иди! Подойди поближе. Ты в самом деле существуешь? Другая белая змея. Где ты? Ты сожрал мою сестру, убийца! К смерти твоей сестры я не имею никакого отношения. Нет. Нет, покажись! Или ты боишься меня? Я не убийца! Пока нет! Я должен спасти свою семью! Если отпустишь руку, тебе конец! Ни один из нас не должен умереть! У нас один общий враг! Почему нам не объединиться против него? Против короля? А что ты сможешь сделать? Не стоит недооценивать крестьянского сына. У тебя даже меча нет, да и драться ты не умеешь. Так помоги мне.
что такое? Вот и ты. Где змея? Ты шутишь? Хорошо, как пожелаешь. Подходи. Никто не может вечно носить маску. Я Эндрес, сын Матиса. А кто ты? Я король. Какой прекрасный меч. Он сослужит мне добрую службу. Нет! Как открыть эту дверь? Как? Отвечай! Король Эндрес. И королевская печать, Ваше Величество. Да. Отныне... Гофмаршал. Господин Фридрих.
Отныне подать составляет лишь десятую часть урожая и доходов. Спасибо! Браво! Кроме того, все дети в королевстве будут иметь возможность учиться читать и писать. А также я беру под личную защиту лес Белой Змеи, в котором отныне господствуют лишь животные. Люди могут войти в этот лес только с разрешения лесной королевы Белой Змеи. Да здравствует король! Слава королю! Слава! Король Эндрес? Королева Леонора? Жаль, что он больше не говорит на нашем языке. Ты в него, вероятно, влюбилась. Что? Нет. Он же человек. Я тоже хочу танцевать. Ну уж точно не со мной. В ролях Тим Оливер Шульц, Райан Эшоне, Ютта Фастиан, Фрида Лависа Хамман, Доминик Ранебургер, Ервин Ледер, Рональд Зильбернагль, Катинка Аубергер, Мориц Уль, Хайнц Трикснер и другие. Художник-постановщик Руди Цеттель, монтаж Клэр Даулинг, композитор Штефан Мария Шнайдер, продюсеры Томас Стойбнер и Михаэль Сенсик, оператор Херман Дунцендорфер, авторы сценария Макс Хонерт и Йорк Менке Пайцмайер, режиссер Штефан Бюлинг. Фильм переведен и озвучен компанией «Игмар».